Друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале «Делай сам» и с вами снова Алексей. Сегодня хочу вам показать еще одну подборочку, что можно сделать из пластиковых бутылок. Что получится у нас в итоге, давайте посмотрим видео. Всем приятного просмотра! Поехали! Есть такой вот брусочек 50 на 25. Сейчас сделаем здесь три разметочки. С отступом примерно 5 мм. Также делаем здесь. Обычная пила по металлу. И делаем пропилы. Получился бутылкорез, сейчас продемонстрирую. Наклон обязательно в сторону реза. Получается довольно-таки ровная лента. Друзья, у нас получился вот такой вот самодельный бутылкорез. Да, делается, как сами видели, за 5 минут. Поехали дальше. Так, для чего же можно использовать ленты? Можно сделать с нее следующее. Берем. Сгибаем пополам, делаем колечко, получается, можно сделать легко, быстренько стяжечку, да, если нету под рукой. Разных размеров. Она довольно-таки прочная. Теперь только если разбирать, ну и она многоразовая даже у нас получается. Там можно будет вывернуть ее. Также можно сделать и подлиннее. С более длинной. Также можно сделать более тонкую. И сделать ее таким образом.
Получается довольно-таки прочное соединение. Для следующей идеи понадобится нам вот 3 на 2,5 провод. Подойдет даже медный. Не знаю, здесь, наверное, 3-3,5 мм толщина. И накручиваем. Начало немножечко расширяем. По итогу получаются вот такие вот трубочки. Можно использовать для каких-нибудь поделок. С одной бутылки вот у меня получилось 2 штуки по 1,40 м, 2,80 где-то примерно с одной бутылки получается. Вот, к примеру, начал плести, можно сделать такую вот косичку. Довольно-таки прочно получается. Я думаю, прям подспорье тросу будет. Но поедем дальше. Но гольная выдумка хитра. Можно придумать что-то еще с него делать. Подумайте, напишите в комментарии. Также можно остатки бутылки использовать таким образом. Если нет под рукой термопистолета, термоклея. Главное, нужно быть предельно аккуратным, не обжечься. Как временный элемент держания всегда можно использовать. Конечно, оторвать можно. Здесь, как видите, отрывается прямо с бумагой. Как вариант. Также, имея обрезок от пластиковой бутылки, с ним можно сделать отличную ручку. Для, вот, например, вот такого вот надфиля.
Также нередко после отрезания, нарезания пластиковой ленты остаются вот такие вот донышки. Но я их иногда побольше специально оставляю. Можно использовать как органайзеры. Берем болтики, высыпаем и вот у нас с вами получился такой вот органайзер. Также при нарезании остается очень много, при нарезании ленты остается очень много горлышек. Вот с ними вообще мне даже в голову не приходит. Либо так, может быть, их что-то склеить герметиком, я не знаю, там, использовать для чего-то. Если есть у вас какие-то идеи, напишите, для чего можно использовать данные горлышки. Также, друзья, кто не видел, можно сделать вот такие вот органайзеры под болты, под гайки, все это подписать. Можно, конечно, бумажечку наклеить, подписать. Ну, кому как будет удобнее. Я сделал вот так вот. Друзья, ну у нас с вами получился вот такой вот коротенький ролик. Применение пластиковых бутылок, вернее, даже из ленты можно что-то сделать. А кому понравился, ставьте лайки, комментируйте. Для меня самая главная награда — это ваши комментарии, ваши оценки. Всем вам огромное спасибо, всех вас обнял. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Ну и до новых встреч. Пока-пока.